Значит, Вика Савицкая. Одну строчку всего приведу. Ты войдешь в меня, как входят в дом. Пародия гость. Ты войдешь в меня, как входят в дом. Раскрывая двери на распашку. На секунду выйдешь, а потом вновь зайдешь, но только без рубашки. Два часа обходя и выходя, не снимая стоптанных сандалий, будешь ты приветствовать меня криком. Вот и я, ну что, не ждали? Через час, бродя уже с трудом, щупая прихожую руками, ты опять войдешь в меня, как в дом. Постоишь, но выйдешь со словами. Извините, ваш дверной проем явно показался мне знакомым. Замечтался, видно, о своем. Виноват, пардон, ошибся дома.